Красноярске открывается еще один роддом и 3 женских консультации. Сегодня в первом родильном доме закрылся инфекционный госпиталь. Уже завтра, 1 августа, там проведут дезинфекцию, а после начнут прием пациентов. 10 числа откроются гинекологии на проспекте Ульяновский, 30, на улице Добровольческой бригады 1 и на бульваре Солнечный. С 23 августа полностью возобновит работу стационар отделения акушерства и гинекологии. Сейчас плановых пациентов уже принимают в ФМБА, кардиоцентре, 4-й больнице, стоматологии, центре охраны материнства и детства и детских поликлиниках.